Вот сучка подобралась. Не с той стороны, с которой я рассчитывал. Да, досадно. Просто я когда проезжал здесь по дороге, заметил, что вот там на том бугорочке шла лиса. Она шла туда, в балку, в рощу. Поэтому я проехал вперед, оставил там машину. Сам вернулся сюда и сел напротив этой балки, в надежде выманить эту лису. Естественно, я понимал, что лиса может подойти и отсюда, из балки, и оттуда, может и с этой стороны подойти, хотя я вот так шел, и ветер дует в ту сторону. Поэтому я оборачивался, смотрел во все стороны. Ну, вот так и вышло. Может быть, это та лиса и есть, просто она сделала обход, как они любят, и зашла на ветер. Но подошла очень близко. Вот тут она остановилась, это уже было метров здесь 20, наверное. Но заметил я ее поздно. Повернулся она. Меня тоже заметило движение и отпрыгнула в сторонку и замерла. Потом побежала. Я уже пальнул в отчаянии по уходящей. Промах. Что-то перезарядиться не получилось. Закусила. Так, вот такой вот он первый выход. Лисичка среагировала. Понятно, что она здесь не одна, но поеду в другое место.